А свои фотонаблюдения о том, как очищают дворы от снега, выкладывают и наши читатели в группе на Одноклассниках в альбоме «Нам здесь жить». На снимках несколько районов города, некоторые щедро завалены снегом, а многие и вовсе плавают. В объектив фотокамер попали и снежные шапки, которые свисают с крыш домов, что, собственно, является явным нарушением требований к уборке снега. По нормам, такие снежные убранства представляют собой опасность. Фото, которые будут выкладывать наши читатели, мы обязательно покажем в эфире новостей нашего города. Присоединяйтесь и вы.